Автотесса Т-80. Тесса Т-80. Инструмент для этого замка импрессионный. Фольгу использую листовую. Можно использовать 0,5, 0,6, 0,7. Мы считаем оптимальной 0,6. В комплекте поэтому идет 0,6. Хотя в некоторых случаях можно пробовать и 0,7, и 0,5. Обворачиваю на две стороны. Вот эта линейка, чтобы заглаживать. Надо очень аккуратно это делать, чтобы не замять высоту. Если где-то на высоком секрете вы замнете высоту, замок может не открыться. Вот инструмент готов. Нажимать на этих замках Тесса Т-80, ТХ-80 надо энергично и достаточно сильно. Сейчас посмотрим. Фольга замялась. Делаем второй раз. Цена будет на сайте, телефоны, ссылки, все будет на видео.